Награждение добросовестных абонентов, вовремя оплачивающих квитанции Сочи-Водоканала, традиционно происходит в конце года. 2014 для предприятия выдался сложным и прошел под знаком модернизации. Заменить километры сетей, обновить оборудование, отмечают руководители Сочи-Водоканала, было бы невозможно без ответственных плательщиков. А их среди обслуживаемых 129 тысяч абонентов немало. Был проведен анализ, где проверялась платежеспособность каждого абонента, чтобы они производили оплату своевременно, до 10 числа обязательно. Вот программа отобрала 15 тысяч вот таких абонентов. Потом случайной выборкой, опять же с помощью программы, были выбраны 10 лучших плательщиков. Добросовестные плательщики не только получили благодарность от предприятия и грамоты, каждому победителю на лицевой счет Водоканал перечислил по 5 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы целый год пользоваться водой бесплатно. Это вообще очень приятный сюрприз, тем более к Новому году. Пришли и думали, просто какое-то мероприятие будет. А тут 5000 рублей, это целый год, наверное, можно не платить. Большое спасибо работникам Водоканала за заботу, за чистую воду. Успехов вам, с наступающим Новым годом. На предприятии отмечают, таких обязательных абонентов с каждым годом становится все больше. А значит, и Сочи-Водоканал может решать непростые задачи по улучшению качества водоснабжения в срок и качественно. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.